Выставка посвящена Году пожарной охраны России. Здесь представлены лучшие работы кубанских школьников, которые прошли два конкурсных этапа – муниципальный и краевой. Анапчане в этом конкурсе ежегодно занимают первые места. В этом году отличилась Александра Погодина. Ее рисунок о лесных пожарах признан одним из лучших. Все детские рисунки посвящены профессии пожарного, которая входит в десятку самых опасных. Тушение огня, спасение людей и, самое главное, профилактика пожара – все это отображено на полотнах. Принимая участие в таких мероприятиях, дети как-то проникаются пониманием необходимости работы пожарного, понимают, что это героическая профессия, ну и как бы усваивают кое-какие правила. Я хочу выразить благодарность, огромную благодарность всем руководителям муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений, методистам, воспитателям, которые разрабатывают замечательные сценарии, вместе с детьми делают поделки, рисунки, и вот прививая таким образом уже навыки пожарной безопасности именно уже с трехлетнего возраста. И благодаря тому, что такая работа проводится, пожаровая детская шалость уже вот в течение 3 лет у нас не зарегистрирована. В рамках выставки начальник Анапского центра противопожарной пропаганды Людмила Бурнайкина познакомила школьников с профессией пожарного, рассказала о мужестве, героизме и самоотверженности людей, занятых этим благородным делом. Также в преддверии новогодних каникул предостерегла от использования пиротехники и рассказала о правилах безопасности.